первый момент мы говорим о тех, кто торопится с такфиром. Брат, первый момент запомни, вспомни о том, что все аяты, все хадисы, которые говорятся про ширк и про куфр, в первую очередь касаются тебя. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям про тебя сказал: тот, кто скажет на брата кафир, тот не такой, сам становится кафир. У нас многие люди, мушрики, сами того не подозревают. Есть многие люди, имеют убеждения многобожников, сами того не подозревая. Знаете, братья баракаллаху фикум, как проявляется многобожников убеждения в статус или где-то? В такой-то стране справляют Хэллоуин. Куда смотрит правительство? Мы ему говорим: неужели ты имеешь убеждение многобожников? В смысле, он говорит, многобожники считают, что какие-то люди знают обо всем. И вот этот человек говорит: куда смотрит правительство этой страны? Ты убежден, что правитель этой страны знает о том, что происходит в его стране? نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. Второй момент, это когда мы обсуждаем тему, говорим: братья, не торопитесь людей называть мушриками кафиров, которые считают себя мусульманами, при том, что мы с вами единогласны, что то, что сказал или сделал человек, это ширк и куфр, и выводит человека из ислама и так далее. Мы вообще не спорим с вами. Но мы говорим: братья, не торопитесь. Зачем взваливать на себя? Вот на земле сегодня миллиард человек. Миллиард человек. И ты говоришь, например, что какой-то Ахмад мушрик кафир. Я говорю, и ты говоришь: а ты согласен со мной или нет? Я говорю: брат, я с тобой согласен, что Ахмад попал в ширк и попал в куфр. Но я тебе говорю, брат, не торопись Ахмада мушриком, кафиром называть. У нас многие люди, мушрики, сами того не подозревают. Но я тебе говорю, брат, не торопись Ахмада мушриком, кафиром называть. Он говорит: нет, я, почему? Он говорит: я обязан, говорит, позицию занять по отношению к Ахмаду. Я говорю: а если ты не займешь к Ахмаду позицию? Если ты не займешь к Ахмаду позицию, что с тобой будет? Тогда, получается, я стану кафиром, он говорит. Почему? Потому что, говорит, кто не называет кафира кафиром, тот сам кафир. Кто не называет мушрика мушриком, тот сам кафир. Хорошо, молодец, я с тобой согласен. 100%. На земле миллиард мусульман. Дай мне списки миллиарда позиций твоей по каждому мусульманину. Поэтому по каждому из миллиарда дай мне свою позицию. Без исключения. Если ты мне не дашь, тогда ты кафир. Разве нет вероятности, что среди этих миллиардов есть кафиры, а ты их кафирами не считаешь? И он говорит: ну я же их не знаю. Опа, а оправдание по невежеству разве есть? А как это тебя не оправдывать невежество? Ты обязан знать положение всего миллиарда, а иначе ты мушрик кафир. Удивляешься после этого, как люди набираются смелости называть мусульман кафир. Ты удивляешься. У нас многие люди, мушрики, сами того не подозревают.